Мне слышно? Отлично тебя слышно, Магнус. Спасибо вам большое, и я очень благодарю вас за возможность выступить перед вами. Очень приятно, большой привет от Швеции. Сегодня все солнце, и чувство, как весной, может быть, даже скоро будет лето. И это для меня очень, это как символ сегодняшнего дня. Да? Вчера было объявление о новом Oriflame. Для меня это очень важно, особенно сейчас, потому что я думаю, что в течение текущего периода очень много людей вокруг нас думают, что будет, как будет, где будущее вообще. И поэтому это было так важно вчера всем сказать, что Oriflame – это ответ на очень много будущих вопросов. Потому что, конечно, мы все знаем, что в данном моменте вокруг нас есть очень много людей, которые волнуют, есть у меня работа завтра, есть у меня деньги завтра и так далее. И сейчас я уверен, что они поняли, что есть не только будущее, есть деньги, есть карьера, есть возможности, и это для всех. И это самое главное, что каждый человек чувствовал себя комфортно видеть свои возможности, начинать в Oriflame и, конечно, начинать свой путь по лестнице успеха компании Oriflame. Значит, почему мы это все сделали вчера? Ну, во-первых, мы видим новые требования, новые возможности, и мы тоже слышали вас, потому что многие из вас уже нам сказали, что это сложно для нас видеть в перспективе, что я могу стать президентом, когда требуется 24 человека в первом ряду. И это мы поняли, это просто смотреть на себя. Сколько у меня человек в команде? У меня есть 10. 10 человек управляет компанией «Русей». Я могу с ними работать, я могу помочь им развиваться, и я могу следовать, что они делают и не делают. И поэтому это невозможно ожидать, что вы, как лидеры компании Oriflame, имеете больше, чем 12 человек в первом ряду, с кем вы постоянно общаетесь для того, чтобы развивать друг друга. И поэтому мы решили перестроить наш любимый план успеха. Конечно, всегда есть те примеры, которые уникально сделали такие результаты, как Владимир и Тамила. Это уникальные люди, они всегда были, есть и будет. Но для обычных людей, как ты, как я, это легче, если мы работаем с другими людьми, более плотно. Поэтому мы решили, что когда мы видим естественную структуру, начинается с 12 человек, как и был в Oriflame до 98 года, как и сейчас вернется. Значит, 12 человек в первом ряду – это те люди, которые мы сами обучали, сами работали с ними и так далее. Потом мы пойдем по другим путем. Мы пойдем по путем, когда мы работаем вместе для того, чтобы развивать не только лидеры, которые работают на себя, но мы развиваем лидеры, которые работают с другими лидерами. Поэтому мы ввели требование, что сейчас должно быть 12 золотых, потом бриллиантовых и, конечно, потом тоже исполнительных. Когда ты развиваешь исполнительных, тогда ты уже по дороге самые высшие ступеньки компании Flame, и тогда есть возможность тоже получить награду $1 миллион США. И в данном момент, когда ты станешь бриллиантовым президентом, тогда, конечно, твои заработки где-то $1 миллион в год. И тогда мы можем говорить, что мы можем делать всем миллионерам в компании Oriflame. И это для меня очень-очень впечатляет, потому что моя мечта всегда, что у всех были возможности стать кем они хотят. И поэтому вот новый план успеха – это для вас. Я надеюсь, что вы его усвоите, что вы понимаете его и что он дает вам возможность работать более плотно вместе с своими друзьями для того, чтобы
имеет и 100 друзей, и 100 рублей. И это тоже фундамент наш Арифлейм. Единство, дух и здравство. Ну, как мы все знаем. Или как все знают. Ну, я просто возьму сам себя, как пример, да. У меня есть несколько преимущества, и у меня есть несколько, перспективы, где я не очень хорошо распорядился. Например, если вы мне сказали, что я получаю 100 миллионов долларов, если я строю ракету, которая будет лететь на Луну. Даже если вы дали мне миллиард долларов, я не могу это делать, потому что я не знаю как. И это очень важно, что мы понимаем, что деньги мотивируют, но не обучают. И поэтому новая система Sarpio, или как мы по-русски, система PRO. Новый PRO – это для того, чтобы помочь нашим людям получать возможность себя обучать, сделать, что мне надо делать для того, чтобы достигать те уровни, которые я хочу. Я знаю, что я слышал все лидеры сегодня утром, что есть разные варианты, и так и должно быть, потому что не только одна страна, где ты можешь подниматься на пик, есть, по крайней мере, 4 и, наверное, даже больше возможностей подниматься в любой горы и все равно достигать пик этого города. Поэтому Sarpio, система PRO, это как мы суммируем те опыты, которые есть у разных лидеров мира. Те лидеры, которые работали по, скажем, старым методам, которые больше по поводу, как я работаю с людьми, когда мы встретимся физически, как мы строим такие обучения и так далее. Но тоже сейчас новая система PRO тоже будет включать те возможности, которые дает лидерам, развивать те лидеры, которые мы не с кем встретимся. И поэтому, когда мы говорим о новой РФМ, мы не говорим компания офлайн, онлайн. Это просто компания Reflame, где несколько вещей будет на онлайн и несколько вещей будет физически. Какие? Вы сами решайте, потому что мы все чувствуем, что есть несколько моментов, которые легче принимаются, когда мы на эфире. Если сам возьму опять, когда я работаю с моими людьми, если такие вещи, которые просто ежедневные, это легко работать через компьютер, через те инструменты, которые даются, например, видео и так далее. Проблем никаких. Но когда есть сложные вопросы, где нам надо решить что-то, которое более, как они говорят по-английски, brainstorming, где мы не все знаем ответ, нам надо вместе искать ответ и так далее. Для меня лично это легче тогда встретиться. И поэтому это для меня, для других это по-другому. И поэтому вам надо найти свой метод, как вы будете работать либо онлайн, либо офлайн. Все с системой, новой системе PRO, у вас будет новые возможности начинать свой путь. И вокруг вас есть очень много крутых лидеров, которые действительно показали нам сегодня, вчера и завтра, как работать с этими новыми методами и как соединять старые методы с новыми. Потому что опыт постоянно развивается, и мы всегда учимся. И я думаю, что это тоже очень важно для нас и для вас, что мы видим те возможности, которые другие спонсоры, другие лидеры, другие опыты дают нам. Но как много уже сказали, только один человек отвечает за результат, это вы. И поэтому ты должен сам или сама решить, как ты будешь работать. Но система PRO дает вам возможность найти опыты других лидеров, которые работают. Третье, о чем мы говорили вчера, это, конечно, о этих новых продуктах, которые мы сейчас будем запускать в наших рынках вокруг света. Новые категории это вот этот Mind and Mood, который объявили вчера. Я считаю, что очень интересно. Не только потому, что
это еще один возможность для нас найти категории, которые действительно продаются. Но просто потому, что в данном, в новом мире, такие продукты больше спрашиваются. Почему? Потому что в новом мире люди больше в стрессе. Люди надо расслабляться. Есть разные возможности расслабляться. Но вот эти продукты, вот этот масло, они действительно помогают людям найти себя, найти и вот это чувство получать. И я их попробовал вчера. Я в восторге. Чувствуется очень хорошо. И я вижу тоже огромные бизнес-перспективы, потому что я вижу много других компаний, которые только работают с этими маслами и получают хороший успех. Я вижу, что и у меня есть, что такие продукты тоже входят с удовольствием в наш бренд. И поэтому для наших партнеров бренд-арифы это будет легко рекомендировать и, конечно, продавать. Поэтому я чувствую, что это один важный этап на будущее компании Фейн. И тоже для вас, как лидеров, там будет очень много баллов и будет большой ОП, и поэтому ваши доходы развиваются сильно, если у вас есть возможности предлагать таких продуктов вашим потребителям. Конечно, тоже вчера мы наконец-то, можно сказать, объявили новые продукты в серии Wellness. И я думаю, что все ждали это, ждали много лет. Но наконец-то у нас есть реальные возможности сказать людям, что они могут потерять вес, если это что они хотят. И сейчас у нас есть такие продукты, которые великолепно будут работать и помочь людям заменить свои обычные продукты, вместо этого кушать wellness, и результаты будут великолепны. Я думаю, что это тоже очень важно, потому что спрос на таких продуктов увеличится, это видим. Мы видим, как увеличается продажа в Арифлейме, но в целом в странах наших вокруг света увеличится продажа на разные продукты wellness, и особенно на те продукты, которые помогает людям контролировать свой вес. Почему? Потому что здоровье – это самое главное. И это может быть более понятно сегодня, когда у нас есть вот эта корона вокруг нас. Но на самом деле это действительно помогает людям иметь более баланс в жизни. И мы знаем, что красота внешнего начинается с красотой внутреннего. И поэтому и такие продукты дают людям возможности чувствовать себя красивым. И когда ты чувствуешь себя красивым, тогда ты реально стал красивым. И поэтому такие продукты действительно входят в наше предложение. И я чувствую себя очень, ну как, впечатленный о будущих результатах, потому что я думаю, что это бомба. Думаю, что это бомба для наших результатов и для достижения ваших и ваших результатов и ваши возможности реально предлагать супер возможности для новых людей, которые будут заниматься компанией. Были, конечно, очень много других предложений, другие продукты, которые мне очень интересуют и которые действительно будут нам, вам, всем помогать предлагать возможности и красота. Но я тоже хотел бы обратить в конце внимание на вот этот новый Арифлейм, что мы стали космическая компания социальных продаж. Это не маленькое изменение. Это может быть кажется так, но это показатель, как мы сейчас пойдем в новом веке с новыми предложениями для новых людей. Все имеют возможности получать награды и тот успех, который они хотят в будущем, если они соединяются с компанией будущего. И когда мы сейчас перенасываем, это тоже сигнал всем вокруг нас и себе, что мы новая компания. Мы работаем чуть-чуть по-другому,
мы более приветствуем новые возможности, новые продукты, новые методы и, конечно, новый план успеха. Вы, которые были в Арифлейме много лет, вы знаете, что мы всегда меняемся. Но опять вы видите, я надеюсь, что мы меняемся в сторону будущего. Это не окончательное изменение, но это один из самых важных. И поэтому я вас приветствую в новой Арифлейме, новые возможности. И эти новые возможности, это не только для тебя. Это для тебя. Но это тоже для твоих близких, твоя семья, твои знакомые, друзья. Это для тех, которые вокруг вас, которые сейчас волнуют, что будет, как будет. И вы можете ответить им, что ответ на много вопросов по красоте и по будущей, по возможности, по деньгам, по карьеру, по мечтам. Это компания Арифлейм. Поэтому я поздравляю вас. Я поздравляю нас, и я поблагодарю вас за ваше мнение, за вашу открытость новыми идеями, чтобы всегда заботиться о компании Арифлейм. И я поблагодарю вас, что вы есть в компании Арифлейм. Я хотел бы, чтобы вы знали, что я в Арифлейм благодарю вас, потому что я вас люблю, потому что для меня это такой кайф работать с вами. Для того, чтобы открыть новые горизонты мне, вам и всем. Поэтому я буду расти. И I am in. Поэтому благодарю вас, поздравляю вас, люблю вас. До встречи. Потрясающие новости. Я записала новый Арифлейм, новые возможности, новый рост. И, безусловно, ты уже видел наши результаты в СНГ. СНГ – это огонь, согласись с нами. Мы порвем все. Мне спросили поздравлять на блестящие результаты в странах СНГ. Я это не сделал по одной причине. Потому что если вы думаете, что текущие результаты блестящие, вы не имеете возможности представить, какие результаты скоро будут. Эти результаты, они только блестящие, они фантастические, они слов нет. Вернемся, и вы видите результаты блестящие. Поздравляю. Спасибо, Магнус. Ну что, друзья, Виктор.